144-й кассет, какая торговая система. 100-я, в принципе, такая же. Кедо в 25-й кассете. Ее не вытащишь. Ну, это такое баловство, конечно. Айкидо 100-й кассете. Схожесть айкидо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 95% в среднем. Дынька мазин. 9 апреля. Высаживаем грунт. 9 апреля высаживаем грунт. Сразу поливаем. Мазин, схожесть. 19. У меня мазин, схожесть 80%. День подошел к концу. Сегодня с наемной бригадой мы посадили 8 рядков. Каждый рядок протяженностью 370 метров. И 5,5 накрыли. Да, так что 2,5 километра сегодня удалось нам сделать. А садили мы сегодня супер раннюю дыню. Мануэла, Дакара, Мазин.
200 метров? 200 метров, да. Каждую сторону от лайфлета у нас поливает капельная лента. Эмиттерная капля фирмы Тора, итальянской фирмы. Эмиттеры через 30 сантиметров водолива. Водовылив у них 1,41. Почти что 1,5 литра в час. Мокрые же все. Костюм, что это тоже дуги. Один год питает. Ага. Вот такие вот дуги мы использовали. В том году использовали. На зиму их сложили, свернули. 3000 у нас. Сколько у нас поломалось их. До этого ломали. Вот эти вот одноразовые деревянные. Поэтому переходим потихоньку на пластиковую, стеклопластиковую арматуру. Так вот мы работаем. Вот тут вот посередине лежит капельная лента. А вот на этом рядке пропустили. Где-то начиная с середины проморгали капельную ленту и натянулась только пленка. Поэтому сейчас буду протягивать ее вручную. Как это сделать? Берется любая палочка. За нее привязывается веревочка, за веревочку привязывается капельная лента. И поддевая под пленкой, протягиваешь до того момента, где необходимо соединиться. Одиннадцатое апреля сегодня высаживаем в полевые теплицы. Рассада в фазе двух настоящих листьев, немножко вытянутая, но это и хорошо. Садим по самые семидольки. У арбуза такая выраженная прожилистая структура. Первые листы широкие.
Булат от фирмы Саката, семечки обработаны тирам, высаживаем под пленочное укрытие, под верхнее пленочное укрытие и под нижнее мульчирующее укрытие. 11 апреля. Высаживаем семечкой под термос ранний арбуз Мега Кримсон от фирмы United Genetics. Такие семечки маленькие, обработаны тирам. Ну, вперед. Засыпай. И вот опять раз так под дугу, чтоб ветром не уносило. Потом опять раз под дугу. И так получается. Довольно-таки быстро. Золото ищешь? Да. Уходи, пес. Уходи.